Нет, один был в Панамке, короче, точнее в этой С ВДВшной. Опа, оружием? гили, 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 гилик, второй, второй. Во второй? Перебегает. К нам. За деревом, блять, убил меня. Кот бежит ко мне, блядь. Видел, а я не мог попасть, короче, стреляю по нему, у меня все в текстуру уходит. Я две пули ему дал, и он, блядь, меня с одной пули ёбнул. Обидно, ща побегу. А у меня все в текстуру ушло. Сколько можно жить, я не понимаю. Че, убил? Да. Положил еще одного. Хорош. У меня еще одно тело. Сколько можно? Ко мне зашли. Как они так подходят, блять, я не понимаю, тихо. Они, наверное, без башмаков. Пиздец, размен тупой, блять. Я в третьей двушке, если что. Он, короче, на второй только что был. Жора, он прям перед тобой. Тихо, да, я видел. Попал в него. Ему похуй, он побежал дальше. Отхожу. Убил. Да, тут еще один. Где он? Возле штаба. Как так заклинил у меня? Где он? Тихо, возле штаба. Штаб забежал. Понял, контрю. Меня контрит первый этаж. В штабе? Да. Я его не вижу на первом этаже. А, он поднимается, вижу его. Он на лестнице. Блять, нет, не попал в него, он по мне попал. Тебе попал? Да, на крышу уже. Вот там хуйня. Их, короче, там двое, походу. Да, один еще на втором этаже. Да. Ну, я вряд ли в того попал, который на крыше, я думаю. Потому что он когда по мне стрелял, ну, не, я не... О, все, рестарт. Зашибись. Блять, он в дальней комнате появился. Вот, получается, он будет выходить, как поднимается на лестнице, справа комнаты. Я, блядь, поздно увидел его, не успел отрубить его. Минус. На крышу, что ли? Нет, второй этаж, у тебя минус.
В комнате. Крышу чекаю. Попал в него на крыше. Раненый. Как заходишь слева сразу, он сейчас будет, наверное, перематываться. Аккуратно. Красава, красава! Нахуй побежал, они же сейчас раненые, кровью истекают. Дебил я, блядь. Чё у тебя там? Сколько у тебя порезов? ХП мало. Сколько порезов? Я уже сейчас бинтуюсь, два было. Всё, тогда норм. Чё, ты сами будешь чекать местность или идёшь? Я уже чекнул, на милитаре есть тело. Я уже на разломе. Тело вижу. А ему похуй на мои выстрелы. Ты ему стрелёшь? Да. Чё-то странно, я просто чекал вот эту всю хрень. Я не знаю, почему он чекал. Значит, скорее всего, здесь кто-то еще есть. Вот он валяется здесь, если что. Кто стрелял? Я просто на всякий случай контрольный. У него там 74-й, что-то еще какая-то ерунда какая-то. Пробил на ся. Тут зомби мертвые валяются в бараке в центральном. Да, два типа стоят. Два типа. Не лутаки центральный. Два типа. Бля, если мне кто-нибудь подсадил на казарму, можно было бы их отработать. Давай. Пройдем. Нет, вот на эту казарму. Я вот на эту? Вот на эту легче залезть. Смотришь, Саня, эту централку? Сейчас, подожди. Давай, я встану, попробую. Блин, ты очень вплотную подошла, она чуть подальше. Отходи со мной вместе. Давай, давай. Отходи, отходи. Еще, еще. Теперь надо будет встать тебе. Давай, раз, два, три. Есть. Смотри, Санек, они могут. Блядь, стреляй. Один минус, он в комнате. В какой комнате? Заходишь прям сразу, прямо почти. Открывайте окна, открывайте дверь, я контрю. Минус. Красава. Хорош. Все, заебись. Я перебежал, походу, я его не видел просто. Красавчик. Так, все, я здесь. Я тоже. Чё, куда? Двушки стреляли, погнали. Что? Опа, ага, штаб. По мне. Откуда вас? Со штаба вроде, да? Да, да, закрытый весь. Там был, с окна. Я его как раз чекал, как так? Вижу окно штабовское. Да? Правое, да. Я зомба. Бежал влево. Это кто? Я стрелял. На крыше есть тело, короче, я в него попал. На крыше? Да. На крыше еще было тело. На втором этаже. Да, там два типа. А, ты строил, тогда ты встречу пошел. По мне. Кирпичка. Куда? Ухожу в третью. Нет, ходи. Их трое минимум. Че, к тебе идти или че? Нет, ко мне не надо идти.
Вижу тело, короче, меня контрит. Можете, можете отработать. Не лутайка, цинк. А где именно? На углу, получается, прямо возле забора сидит. Прям на цинке, да? Или на не лутайке? Где не лутайка, забор. Понял, иду. Блять, не там иду. Блин, это кто? Я. Ой, уходи, Санёк, ты коцный вообще. Да, я знаю. Под тебе, что ли? Да-да-да. Ты его убил. О, тело на крыше. На первой. На первой? Да. Убить сможешь? Минус. Красавчик. Надо менять позицию, Жор. Все, я спускаюсь. Может, это, конечно, он перебежал сюда и залез на эту хуйню, я, конечно, не знаю, но это вряд ли. Шлем, шлем рыцарский. Шлем рыцарский? Да. Это он. Значит, его нету больше. Это он был, да, рыцарский шлем. Там труп. Значит, один минус крыша. Мухи летают. Значит, крышу я отработал. Иди, Санёк. Давай, 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 заходим. Да-да-да, вот он в той, в ту комнату заходил. Релогом, походу, да? Подожди, а где тогда труп-то? Чё-то не пойму, где жужжит-то, блядь. На крыше кто? Я. Бля, Санёк, он, короче, как по лестнице поднимаешь, сразу слева. Убил его. Добил. Блин, на этой весёлой ноте завершаем.